Друзья, всем привет! Сегодня мы покажем, как изменились актеры фильма Mortal Kombat, также известного как «Смертельная битва». Вы узнаете имена и возраст актеров, а также увидите, как они выглядели в 1995 году, когда вышел фильм, и как они выглядят сейчас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, мы начинаем! Роль Рейдена сыграл популярный в 90-х актер Кристофер Ламберт. На тот момент ему было 37 лет, а сейчас 64 года. В фильме он сыграл бога грома, который был на светлой стороне воинов Земли. Роль колдуна Шанг Цунга исполнил Кэри Хироюки Тагава. На момент выхода фильма ему было 44 года, а сейчас актеру 70 лет. Интересный факт, что спустя годы актер принял крещение и стал православным. Роль Джонни Кейджа досталась Линдону Эшби. Актеру было 34 года, а сейчас ему 60 лет. В фильме Джонни Кейдж отметился победой над Горо, одного из главных и сильных представителей темных сил. Роль Кана исполнил актер Тревор Годдард. На тот момент ему было 32 года, в 40 лет актер ушел из жизни, следователи пришли к выводу, что причиной стала передозировка наркотиков, однако родные до сих пор с этим не согласны. Роль Саб-Зира сыграл Франсуа Петти. На момент выхода фильма ему было 43 года, а сейчас 69 лет. Интересный факт, его герой в фильме получил свое имя после того, как один из разработчиков увидел фильм «Бегущий человек», где Саб-Зира – имя первого убийцы, напавшего на героя Арнольда Шварценеггера. Главную роль Лю Кенга исполнил Робин Шу. Тогда ему было 34 года, а сейчас 60 лет, и он отлично выглядит. В фильме его роль тяжело переоценить. Все главные противники доставались ему как в первой, так и во второй части, которая вышла позднее. Роль Скорпиона досталась Крису Касамаса. На тот момент ему было 29 лет, а сейчас актеру 56 лет. Суперудар Скорпиона, бросок гарпуна змеи, стал одним из самых зрелищных среди бойцов и запоминающихся для фанатов фильма. Роль принцессы Китаны сыграла актриса Талиса Сота, ей было 27 лет, а сейчас ей 54 года, и она также хорошо выглядит для своего возраста. Принцесса Китана сражалась на светлой стороне, несмотря на то, что ее мать Синдал была представительницей темной стороны. Роль рептилии исполнил мастер боевых искусств Кит Кук. На тот момент ему было 35 лет, а сейчас актеру 61 год. Актер часто снимался в разных фильмах в качестве каскадера, на протяжении жизни постигал различные боевые искусства, в том числе ушу, тэквондо, карате. Роль младшего брата Лю Кенга, Чана, сыграл Стивен Хо, тогда ему был всего 21 год, а сейчас актеру 48 лет. Актер был самым молодым на съемочной площадке, поэтому и до сих пор относительно молод и держит форму. Роль мастера Бойда исполнил Питер Джейсон. На момент выхода фильма актеру было 50 лет, а сейчас 76. Актер очень популярен в Америке, за свою карьеру он снялся в более чем 250 фильмах и продолжает сниматься.
Роль режиссера Джонни Кейджа досталась Сэнди Хелбергу, тогда ему было 45, а сейчас актеру 71 год. Основные годы активности актера пришли на 80-е годы, он также очень популярен в США, хотя за всю жизнь снялся всего в 50 картинах. Роль Гора сыграл Том Вудров-младший. На тот момент ему было 35 лет, а сейчас 62 года. Актер играл монстров в разных фильмах. К примеру, он исполнил главную роль в культовом кино «Хищник». Роль Джакса исполнил актер Грегори МакКинни. Ему было 37 лет, в 1998 году он умер от аневризмы мозга в возрасте 41 года. Интересный факт, что он приобрел достаточный военный опыт еще до того, как стал актером. Роль монаха Чифа Приста досталась актеру Джону Фуджиока, ему уже тогда было 69 лет. Он дожил до преклонного возраста и умер в 2018 году, когда ему был 91 год. Роль Арт Лина сыграл Кеннет Эдвардс. На момент выхода фильма актеру было 27 лет, а сейчас ему 54 года. В фильме Арт был убит Гора, и его душа была поглощена Шанг Цунгом. Роль Сони Блейд исполнила Бриджит Уилсон. Тогда ей был 21 год, а сейчас 47 лет. Бриджит Уилсон сыграла Соню в первом фильме после того, как Камерон Диас, утвержденная на роль, повредила себе запястье во время обучения боевым искусствам и выпала. Роль бойца Монка досталась Хакиму Олстону. На тот момент ему было 28 лет, а сейчас 50. Актер в 2003 году перестал сниматься в фильмах. Его фильмография ограничивается 12 картинами. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Мы будем очень вам признательны. Напишите в комментариях название фильма, актеров которого вы бы хотели увидеть героями нашего следующего ролика. Хорошего дня, до встречи на нашем канале.